Привет, друзья! Сегодня покажу вам самый лучший и самый легкий способ, как оторвать скотч. Переворачиваем, делаем 45 градусов и загибаем. Получается вот такая история. И резко дергаем. Скотч легко отрывается. Посмотрите, какой ровный край. И не забудьте поделиться этим полезным видео. Скотч придумали в 1925 году, но люди до сих пор испытывают трудности в поиске начала ленты. Раньше я делал вот так, загибал край ленты и оставлял. Но каждый раз приходится срезать этот край. Теперь я делаю совсем по-другому. Нам понадобится скрепка, я ее подкладываю и прилепляю скотч вот таким образом. При удобном случае вы достаете скрепку, и скотч отлично хранится. В любой момент вы отогнули, убрали скрепочку, и край ваш всегда чистый. И если у вас скрепки нет под рукой, заменяем спичкой. Все то же самое. Хорошо, нет у вас спички, заменяем монетой. Берем любую монету и подклеиваем. Край всегда виден отлично. Монету забираем и пользуемся скотчем. Отличный вариант. Друзья, обязательно берите на заметку. Очень удобное приспособление. Как оторвать скотч от листа бумаги? Первый вариант. Просто отрываем. Отрывается с бумагой. И показываю второй вариант, как оторвать. Этот способ можно использовать, если вы случайно приклеили деньги, все что угодно, документы. Берем скотч, тянем в стороны. Наша бумага легко отошла, никаких следов скотча. Обязательно берите этот способ на заметку. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Спасибо за внимание. Всем удачи!